только один вопрос. Я про час говорю. Задаем вопрос. По транспорту в ежедневном режиме совместно с контрольно-ревизионной службой проводятся проверки масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. За июль месяц обнаружено, скажем так, нарушителей порядка 4500 выявлено нарушителей, 4500 граждан, из которых 90% исправляются на месте. И 10% вынуждены выходить, если не имеют таковых.